Всем привет! Если тебя интересует, как поменять масштаб или изменить рамку, то есть повернуть, то для этого нужно зайти правой кнопкой мыши, кликнуть по чертежу «Параметр текущего чертежа». Заходим в «Текущий чертеж», «Параметры первого листа», «Формат». Здесь мы указываем формат листа, допустим, в данный момент А2, допустим, ставим А1. Применение. Вот у нас получился А1. Если нам необходимо рамку не горизонтально, а вертикально, также заходим в параметры текущего чертежа и ориентацию ставим вертикально. Окей. Вот таким образом меняется масштаб и рамка чертежа.